Приветствую вас. Вообще есть такое вот понятие, точнее, это даже не столько понятие, сколько ощущение, оно очень индивидуальное, довольно, я бы сказал, тонкое, ну вот, в контексте именно восприятия человека. Вот, и связано оно, в первую очередь, вот именно с, как бы, отсутствием чего-то, вы знаете, такого, отсутствие чего-то инородного, отсутствие чего-то неестественного, отсутствие чего-то нечеловеческого. Для некоторых людей очень важен этот момент, Ну вот, если мы, опять же, говорить про, допустим, какую-то аналогию, да, какую-то аллегорию, то ну вот, можно, например, привести историю с имплантами, да, вот кому-то импланты нравятся, да, кому-то импланты, у кого-то вызывает это симпатию, у кого-то это вызывает восхищение, у кого-то это вызывает, ну, грубо говоря, радость подъема, а у кого-то наоборот, кому-то это нравится, кому-то нет. Вот то самое и здесь. Есть у людей разные вот вкусы, к счастью или к сожалению, тут сказать однозначно сложно. Вот, и, соответственно, можно говорить о том, что вот в данном случае вы натолкнулись на человека, который, вот, у которого, точнее, вот такие вот вкусы. Вот. К сожалению. Или к счастью, я не знаю. Вот. То есть, когда вы ему говорите, что пьете или принимаете один препарат, он реагирует на это одним образом, когда вы говорите и, ну, когда вы говорите, что принимаете или другой препарат, он реагирует другим образом. Вот. Это, ну, если я скажу, что естественно, наверное, вы, ну, можете, наверное, не согласиться с этим, что это именно естественно. Вот. Но тем не менее, это правда вполне естественно. Вот. То есть такая история, она вполне естественна для многих людей. Вот. К сожалению, опять же, или к счастью, я не знаю. Ну вот. И, соответственно, я бы не стал говорить однозначно там о том, что это там такое вот желание, чтобы вы забеременели. Я, честно говоря, так не думаю. Я не думаю, что он хочет, чтобы забеременеть. Ну, так, по крайней мере, мне кажется, понятно, что я не знаю, наверняка. Вот. Но вот то, что элемент или момент, ну, естественности или неестественности для него важен, это 100%. Вот, это 100%, совершенно 100%. Вот, как-то так. То есть, мне кажется, что, ну, лучшим вариантом было бы вам с ним поговорить на эту тему и, как бы, ну, прямо у него спросить об этом. Вот, прямо уточнить у него, с чем это связано, то получается так, что у него вы не спрашиваете, да, а, как бы, ну, у нас, нам, как бы, этот вопрос задается, при том, что мы, как бы, человека не знаем, да, мы можем ошибаться вообще относительно всего, что, ну, грубо говоря, относительно всего, что вы, например, даете, ну, в качестве вот информации. Вот, поэтому
Имейте, пожалуйста, это в виду, да, и, ну, не воспринимайте это именно вот как, ну, как истину, да, последней инстанции. Ну, вот, я вот такой ответ вам могу дать именно вот с точки зрения психологии. Вот. А, вероятно, там не один мотив, вероятно, там несколько мотивов присутствуют. Вот. Ну, вероятнее всего, там несколько мотивов присутствуют. Вот. Но, тем не менее, как-то вот наиболее очевидно, мне кажется, именно такой вариант, именно такой расклад. Вот. Но опять же, повторюсь, я могу быть неправ. Здесь могу чего-то не знать и каких-то моментов, аспектов могу не учитывать. Вот, важнее, наверное, важнее то, что вы сами чувствуете. Вот, важнее, наверное, то, как вам самой кажется в этой ситуации. Вот. А опять же, если у вас, ну, условно говоря, чисто интимные отношения, к примеру, вот, то мне кажется, что довольно легко вы можете спросить у человека относительно того, что ему нравится, да, что его привлекает, а что нет. Вот. То есть мне думается, что если вы спросите об этом у него, например, то как бы он вам ответит при, ну, условии или при наличии некоторого доверия, как бы. Вот. Поэтому я не думаю, что, вот, знаете, ну, я не думаю, что это прям что-то такое вот ужасное. Вот. Поэтому я бы рекомендовал вам все-таки спросить у него, что для него это значит, и может быть, он вам скажет. Ну, вот, ну, я думаю, что, ну, скорее всего, скажет он. Скорее всего, скажет. Ну, вот. Потому что, ну, опять же, если заинтересован в том, чтобы продолжать с вами отношения, ну, то сказал. А так, понятно, что если не заинтересован, то, ну, понятно, что говорить не будет, скорее всего. Вот, то есть тут опять же все зависит от человека, понимаете? Вот, поэтому хотелось бы вам помочь, вот, но пока я не вижу вот каких-то вариантов для этого. Вот, и, ну, как бы информации, которую вы предоставили, ее просто немного. Вот, поэтому не хочется просто что-то вот, ну, советовать, да, не хочется что-то такое
немножко говорить, потом оказывается потом, что это неправда. Понимаете, да? Поэтому надеюсь на ваше понимание, вот, надеюсь на ваше, ну, на вашу мудрость, я бы сказал. Вот, надеюсь, что вы относитесь к этому позитивно. Вот. Как-то так, наверное, какой-то такой ответ. Надеюсь, это было вам полезно, надеюсь, это было вам интересно, надеюсь, вы для себя вот выводы какие-то сделаете. Вот. Надеюсь, что все-таки поговорите с мужчиной, вот, и расскажете ему о своих, ну, либо подозрениях, расскажете ему о своих, либо зададите, спросите его то, что вас волнует, вот, и, соответственно, я надеюсь, что это принесет вот ту необходимую ясность вам, которая вот, ну, которой вам не хватает. Вот. Тот, что человек там, ну, боится, грубо говоря, чего-то, да, ну, это не похоже. То есть я бы вот не сказал потом, прям, чего-то боится там, вот. Это больше связано именно вот, как мне кажется, это больше связано именно с тем, что хочется. С предпочтениями, мне кажется, это больше, ну, больше всего связано именно вот с его предпочтениями. Вот. Тут уже, в принципе, как бы говорили про риска, да, тут уже говорили про то, что, может быть, человеку нравится риск. Вот. Я не знаю, мне кажется, такой аспект предположить можно, но это, опять же, ну, больше, знаете, как это больше вот из какой-то, ну, это больше из серии погадать, понимаете, вот. Мне бы, честно, не хотелось бы гадать, мне бы, честно, хотелось бы, ну, предметно поговорить на эту тему больше, вот, потому что, ну, мне кажется, это куда более здорово и куда более, ну, важнее, что ли, вот. Как-то так, я думаю, можно вам ответить на вопрос. Вот, на этом все. Желаю вам всего самого доброго. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам, ну, что-то лучше для себя понять.